Забавный случай произошел в Кореневе. В один из частных домов поселка забрался енот. Хозяева незваному гостю, конечно, удивились, но проявили к нему заботу и вызвали на помощь специалистов. Наша съемочная группа отследила эту необычную историю. Незваный гость пришел к семье Никифоровых поздним вечером. Зверек забежал домой через открытую дверь. Звонки в МЧС и ветеринарные клиники не увенчались успехом. Гостеприимным хозяевам ничего не оставалось, как накормить животное и дождаться утра. Давали ему яблоки, бананы. Он с удовольствием их поел. Поел также корм кошачий. Он расшвырял все коробки со шкафа и ночевал на шкафу. Был слышен грохот. Что уж он тут делал, мы боялись смотреть. Соседи с улицы приходили помогать ловить, но у нас ничего не получилось. Справиться с неугомонным визитером удалось лишь сотрудникам ветеринарной станции. Врачи забрали енота и пообещали позаботиться о нем. В течение 10 дней енот будет находиться на карантине. Ну, то есть клинических признаков никаких, бешенства нет, агрессию не проявляет. В принципе, здоровый енот домашний. Переложить проблему на чьи-то плечи, когда он через полдня придет в другой дом и станет проблемой других людей, наверное, просто непорядочно. Мы хотели это сделать по-честному. Вот. Ну и в итоге получилось. В Люберецкой ветеринарной станции енот-беглец пробудет до тех пор, пока не найдется его хозяин. В противном случае зверька будут пристраивать в добрые руки. Луиза Игазарян, Валерия Псалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.